Это вторая часть видеосюжета, где я показываю последний день лета в Пенсильвании. Еще раз рассказываю, это Бакс Каунти, это Тайлер Парк, в который мы приехали, чтобы провести последний день лета. Ой, летіли дикі гуси, ой, летіли у неділю дощову. Я звернулся вокруг и понял, что я нахожусь примерно в такой же местности, как когда я путешествовал по Украине, и когда я был в предгорьях Карпа или на Полонейна. И вот мне вспомнилось София Ротару. Hey! Oh, yeah! I'm making a movie. We have the same nature like in Ukraine. It's very similar. And this is a Ukrainian song. Мы прошли несколько километров, и я опять увидел этих двух женщин на лошадях и сообщил им, что в Украине такая же природа, и в Украине поют красивые песни. Ну вот эти американки, им понравилось. Ну в общем, Пенсильвания, Украина очень близки, поэтому в Пенсильвании живут как минимум 100 тысяч украинцев. Ну и как вы понимаете, вот жену мою зовут Оксана. И, конечно, ее имя полностью соответствует этой песне. Заводная песня добавила энергии в мой организм. У меня и так ее чересчур. Я решил свои 70 лет подурить и покувыркаться в траве. Вот что я сейчас это и сделаю. Жизнь – это движение. Вот сегодня Ксюша поработала оператором, и она справилась с этим заданием. Я ей выдавал инструкции, и я очень доволен ее съемками. А вам понравилось? Надеюсь, что если все хорошо, то вы посмотрите и третью часть. Пока!